и говорю: нет, Миша, не ходи в смайт. Он без тебя просто не хочет. Ну, я сказала свою позицию. Я закончу ивент, и тогда можно будет позадрачиваться в смайт. Миша замолчал. Мы тут делим Мишу, да? Он не встревает. Дерешь. Миш, ты здесь? Миша! А здесь я. Вроде джинс с нами, штани не нафидят. Как думаете? Они не нафидят, еще мы нафидим. Ну да. А кто у меня, кстати? Фидел? Ваня. У тебя. Похоже. А Фидел что, против тебя пойдет, что ли? Что-то я не пойму. Фидел, ну, не он... Хуй его знает, кстати. Я он даже, сапор, и, наверное, да, к ним не буду ходить, раз он там Фидл. Со странными этими. В первую очередь Ганга и Митмаш, привыкни. Да, они, мне кажется, меня, блин, там заберут. Либо ориентируешься на вражеского лесника, если он постоянно гангает. Ну, то есть смотришь, что он делает, и приходишь на Control Jungle. То есть, например, у тебя на миде сидит вражеский лесник. Ну, он может просто сидеть в кусте, как бы пасти, да? Ты это заметил, ты пришел. В итоге ганг сорвал, потому что, а возможно, еще и удачно подеретесь, и как бы будет удачный контрол джангл. Да тут дело не совсем так обстоит. Ты, Макс, гангаешь мид, у вас получается. И потом вы ходите гангать уже вдвоем, потому что мид ходит по лайнам. А если я сам сижу под вышкой, куда я уйду? Не, ну вообще да, это, ну, логика тут не будет играть такими персонажами, как Киндер, это... Я согласен, есть персонажи, которые, как Амуму, например, он лучше на бот будет заходить, потому что его ульта позволяет загангать обоих. Не, мне нравится, заебись ходить, тебе заебись ходить соло-лайны. Ну, видишь, на топе там сейчас два танка будут стоять, и как бы вы друг друга там сильно будете долго ковырять. Скорее всего, хотя там Сиджа без флеша и без гастов, так что... Сиджу, ну, я бы ревню задрочила, если бы постоянно не ходил к ней этот пидорский Джакс. Я была ловчее, чем она, намного. Для этого он туда... Он меня пас. Она, видимо, прочухала, что она нихуя не может, блядь. Может, он, ну, может, друг ее... Пас ее, как ты меня обычно на миде пасешь. Я тебя пасу не потому что, как бы это, а потому что ты стояла на миде. Я и именно от этой страты плясать очень удобно. Гривис, он такой же, как Тиндра, хорошо ганкает стольника, тоще. Макс, у тебя на красном кто-то пришел. Хотя, может просто заворозили. Он невероятно. Но вард на красном есть, поэтому бойся контрол ганк. Там, ну, может, я с этим, поэтому... Там может сидеть кот, я пойду с тобой, если да. Что. То есть ты смотри обязательно. Я тебе здесь помогу. Сиджа это не могла вардануть, потому что Сиджа пришла рано. Раньше, Ката, чем я. Ката могла вардануть. Ката сверху. Она либо... Просто имей в виду, что в верхнем кусту, там, где стоит... Я пойду сейчас туда с этим, да и все. Действовали в жизни. Уберу вард сначала. И Ката не очень ловкая. Давай проверим. Скорее, овечка, скорее. Ой, скиллы бы еще новой Каты знать. Да, где я? Вообще не помешало. Повеселись на славу. Блять. Пришел, но он без хп.
Так ты таракана у него отбираешь? Я иду. Нет, это Ката... он меня пытался отобрать его. Спокойно. Ката тоже идет. Тоже идет. Я вижу. Идем Ката заберем. Давай. Она как бы все глобалы проебла. Ну ладно, не поймаем это. Всегда. Вот тут этот. О, Соня, Соня, вот она, он с ней в кусте встретился. Я тоже иду, правда у меня маны нет. Блядь, надо уже убежи. Все, все, убей. Иди фармить. Да, иди красный свой забирай. Кота, кота нет еще где-то, шарахается. Да, он без хп был, он... Пытался у меня эту хрень забрать. Без хп, как бы. Его нет, его не видно. Никому не скрыться. Нихера нас он убьет, я не понимаю. А что пытается делать? Что Сиджа вообще на топе пытается делать, я не знаю, но ты помнишь, что у нее игнайт? Я помню, я слышу за своим ТП-то. Валить. Ай. И все равно они... Я тебе автоатаками накидаю за твои косяки. Кот у меня. Сука, убьет. Все, кто дышит, не убьет. Я почти отпиздил Кату, так обидно. Ладно, по крайней мере, я живой. Все узнают. Я иду к тебе. В свое время. Не, ну ты иди, конечно. Я сейчас на телепорте вернусь. Че, набило, что ли? Че? Не, меня не добили. Так, я пойду, короче, чё? Сюда. Четкий холодный расчет. Не ходи туда, вот туда как раз не ходи, это метка твоя. Лучше пойди вард на дракона поставь. Я, у меня нет варда, я, короче, с этой. Я сейчас поеду. Сиджи нет, она ушла, скорее всего, на базу. Я пойду эти сейчас. Они тут как у Макс, они ее уже или берут, или сейчас придет на нее два человека, топер или сник, не ходи туда. Да, туда лучше не надо. Успокойся, сейчас все нормально будет. Они смеются. Кричат. Танцуют. Бегут. Мы уже забрали, да. Тебя главное, чтобы не забрали. Иду к тебе. Нет, а мульты еще нету? У нее нету. Ее очарование. Блять, что прочухало меня. Ты как думал, ты третьего уровня. Я аж через вышку пошел, блин. На моей карте. У тебя вард есть? У меня есть вард, но я боюсь туда идти. Иди, иди. О, она сюда пришла, короче, ко мне, прикинь. Мразота. Ну, ты третьего уровня, я иду. Я поставил тебе там вард, а на нее я иду. Хорошая охота, милый. Она ушла, короче, вниз. На синий, наверное, туда куда-то. Вот она. Иду тоже. А тут еще пидолстик. Хотя многие пытаются. Наши где? Наших нету. Блин, ладно. Пойдем дальше. Кот забирает твоих бабок. Какой забирает? Пора. Так много способов умереть. Сейчас вернусь, Миш, к тебе. Добью здесь. Это кот, блядь, у меня здесь, но ничего у них не получилось. Я чувствую их страх. Ты
не вижу Сиджу. Сраная Катарина ловкая, блядь. Не попадаю в нее кушками. И куда бы овечка не пошла. Блять, у них же не было там барда, как я уже увидел. Порт на порт идет. Вижу. И вполне вероятно этот тоже. Они даже вообще никак. Успокойся, зря ты это съел. Я думал, вы будете там драться. Да нет, тут вообще никак. Тут я больше сюда не приду. Я тебе уже говорил, куда надо ходить? Да я тут рядышком был, решил забежать. Так ты ко мне рядышком мы тоже. Не сны. Вон, мы котят. Я тут самый ответственный лайм. Нафидим Катарину, проиграем. Пойду пока на этот скажу. Я чую добычу. На драконе до сих пор варда нет. Старина хоть без скиллов. Нету карты. Не знаю, где она. И ничтожные, и великие. Все умирают. Да не, я к тебе сейчас приду. Я, наверное, тоже. А, не, сейчас красный заберу, подожди. Не надо, она убьет. Да, в смысле, подожди, иди, иди. Иду. У меня прыжка, правда, нет. Все, забей. Все. Поздно. Что за красным, скажи. И у меня вот здесь вижен стоит, убери потом. Но не обещание. Ну, я не добегу, сейчас попозже пойду. Ну попозже, просто я не полезу туда убирать вижу. Это за вопрос. Иначе она меня убьет. Этот вопрос все означает, бегут, что мои. Я не вижу врага. Угу. Вах на воде. Погода закончена. Будут и другие. Ну что? Сейчас! И куда бы овечка не пошла? Кто-то приместился? Вон, всюду следовал за ним. Блять, кот меня ганкает, походу. Обойдешься. Я попробую ее обойти сейчас. Противник убит. У меня энергии нет, Сонь. Союзник убит. Союзник убит. Те, кто нас боятся, дают нам огромную силу. Что это было, бля, я вообще не поняла. Ну, они почувствовали, что, типа, они эти мощные внизу башню пропушки, а тебе пришла, типа, тебя нагнуть. Показать, кто здесь батька. А, ты не поняла, что ли? Вот как это работает. Я вообще удивилась, я не видела, что мы еще есть. Не пугай ее, Соня. Она ее заберет сейчас. Да я. А ты-то зачем? Она бы ее сама забрала. Да я уже нажал, просто чтобы хоть не бестал. Да, бля, я бы знала. Ты поздно сказала. Я уже флеш нажала, когда ты начал это говорить. Так, я сюда пошел. Я на вас посмотрел просто, чё, кого... А я сама удивилась, такая, о, Эш, она не ушла, такая, ну, бля, надо её наказывать. Мы с Катариной убили друг друга. Фидл на боте, пошли на бот, раз уж мы здесь. Пошли. Жду не дождусь, когда они побегут. Только мне кажется, сейчас нас разберут. Тут эти, видишь, убежали. Нас четверо, пойдем. Это ультует. Как я выжил. Я же говорю, они бесполезны. Да не, еще они вон это уходит. Катарина, осторожно. В нашей тени.
Макс, кота, кота, ты чё? Пиздец, он, блядь, в двух шагах от тебя. Успокойся. Без жизни, тебе стрельнуть в него только надо было. Соник, телепорт на борт. Ну, в смысле, твой, летит сюда. А, или это Фидл? Фидл тоже телепорт? Нет, Чижань летит. Фидл тоже. Не летел. Вот твой кот. Да когда там сбоку, блядь. Внутри человека бы получил ассисты. Успокойся, Миш. Ну как ты просто не склеил тебя сейчас, был вообще ненормально. А сейчас ты еще и за это поплатишься. Я бы и тогда поплатился, они меня забрали. Тогда бы ты не поплатился, мы же рядом все были. Ладно. Я видел, как вы убегали, Миш. Кот бежал за мной, и, собственно, почему он был без жизни? Потому что я ему пушками накидал. У него там одна плюха осталась. Ну, прям, он прям вот только стукни один раз. А ты мимо бежишь, короче, просто рядом с ним. Он, наверное, я за Катериной пошел, а не за котом. Он, наверное, выдохнул там счастливым выдохом, знаешь, таким. Не выдохнул. Ну, ты его, конечно, догнал, но мы ассистов не получили. А так бы три человека получили денег. Успокойся, Миш. Вдох-выдох. Как успокоиться? Теперь из-за ассиста кота будем разговаривать. Я тебя пытаюсь дракончик, научить. Дракончик, если у вас у кого-нибудь вард есть. У меня вот нет. Вот мы будем. И кота не вижу. Возможно, тоже так. Секунда до уйти. Ката, возможно, тоже туда идет. Я иду. Вот это охота. Заметкой-то я не пойду, наверное. Союзник убит. Ты где? Вот я бы его забрала, Миль. Ну я помогать, я же бежал. Нет. На драконе варда нет. Ладно, окей, не хотите, не пойдем. Все узнают о нас. Эти какие-то в свое вообще. Время. Блин, самая Катарина. Зачем? Не понимаю. Вышку все равно не спал. Помогал. Я вообще убил Сиджу. Ну ты же ее не убил. Ну, давайте заберем. Вы дракона-то лучше забрали. Да пока я им мигал, они не идут, блять, Миш. Я им три раза мигнул. Ты не сам можешь. У тебя уже полноценный артефакт лесной. Ты легко убьешь один дракона. Я... Что могу, не могу. Я же не знаю, могу я или не могу. Блядь. Просил бы, я бы тебе ответил. С половиной этого артефакта на пятом уровне ты уже можешь убить дракона один. Почти любым героем. Ну, мало что не может. Молодцы. Даже, пожалуй, карту сможет с лесным артефактом с ним. Лови-лови ее, Соня, не дробить. Ну, кота, да, кошку, кота, кошку. У меня есть ульта, давай. Я могу ультануть. Не заберем, поднимем. О, ультую. Блять, не успел. Дуечка. Надо бежать. Что-то побежали. Нет, тут мы это, пролетел уже. Фидл застал всех врасплох. Ну он на меня эту хрень кинул, я не знаю. Вот. Вот, Соня, молодец. Хорошо. Нана. Первая. Макс! Да я не выйду. Сзади, сзади. Обойдите ее отсюда, вот заберите. Да не пойдем мы, она убьет любого из нас, и меня, и Джина. Окей. А вон кот еще. Так много способов умереть. Ультует этот, а, не, он там хилится. Я иду сюда. Я сейчас появлюсь через 15 секунд, поддержу ультом. Дим, я заберем. Через 5 секунд буду готов. Как долго мы будем? Где-то в кустах Фидл бегает. Они ушли уже, но я их стукну все равно. Да, ушел он. Эх, а я так надеялся, что мне хватит ДПС. Да они и на этот респаунились. Мы пробуем. Не, они еще на миде бежали. Я их видел у вышки. Ну, крипы их видели.
тебя там таракан у героя. Да, я вижу, бегу. Я чую добычу. А потом можно пойти Сиджу грохнуть, у нее же флеша нету, ничего нету. Пойдем с вами на Сиджуане. Макс, убьешь таракана, приходи. А этого я заберу здорового. Герой, да. Если словчишь, то заберешь. Заберем его. Можем. Пойдем заберем. А вон там, я не могу забрать. Стой, ну не собирай, это я соберу. Давай. Ты ж фуловый. Нас засветили, не стоит. Вон они бегают тут. Так, кот ультанул, вместе держитесь. Пусть только появится. А, нет, вон. Приняли, на. Отходите, отходите. Нахер. Они бить его пошли, они бьют. Так мы им не дадим, если они бить его пойдут. Пойду я вверх за дефы, по-быстрому я приду. Она, наверное, нас засветила. Да. Беги или стой. Вот почему из двух целей он выбрал крипов? Глупый пенечек. Ближе были. Те, кто нас боятся, дают нам огромную. Примерно на одном расстоянии. Там вон котяра, смотри. Катай. У Каты, блядь, 3 кило. Возвращайся в небытие. Кот сзади меня. Угу. Пойдем ловить его. Только осторожно, один на него в идеале не нападай. Вардами кусты проверяй, смотри, где он. Ката. Осторожно, Макс. Осторожно, он победит. Победит он. Он победит в драке. Вот ты сквиш, а он победит. У меня ульта пиздец. Еще есть, я ультанул и ушел. Никто не спит. Не факт, что ты бы ушел. Блять. Такая ульта в никуда. Есть телепорт на бот? У меня нету, но я бегу. Она уходит, походу, на меня. По-настоящему мертв тот, кто никогда не жил. Обойду ее. Как ульта в никуда? Я пол хп потерял. Вон она. Я бы не стал ломать. Не дождусь, когда они побегут. Джину! А нет, все, нормально. Хорошая охота, милый волк. У меня есть экзост. И куда бы овечка не пошла. Блядь, она меня просто убила под вышкой. Я даже не заметил, как я умер. Сраный джин просто попался опять. Почему у нас такие, блядь, попадаются ботовцы? Которые ничего не видят, блядь, мисплеят, ходят, блядь, в лесу, морозки. Когда нас давят со всех сторон. Пошел, попался. Нас приняли. Это ты пингуешь, чтобы я ушел или что? Нет, это я пингую, чтобы ее защитили, потому что я же пошла по лесу, и вполне вероятно, что пошла пушить, но она не пошла. Действовали в жизни. Там в нашем лесу бегают туда. Скорее, овечка. Там на шот появился. Надо караулить на шоры, они наверняка будут. Кварт, у меня вот 3 секунды до варда, но я боюсь один. Они в кустах вот здесь сидят.
Блять, как так-то? Поставь их на шоу, Ван. Сраное сало. Даже флешнуться нельзя под долбанным салом. У нас саппорт чем занимается? Где варды, блядь? Блядь. Как? Вот так. Я же его убил. Кого ты убил? Кота? Ну да. Это что, блядь, было? Как ты его убил-то, если ты мертв? Я хуй стал. Кот он таких, как ты и я, за секунду срезает. Ну что в этом? Или бейте уже, или это, или уходите оттуда. Да Катас 6-1, я ведь вообще ее не видел, стоял с ней осторожно, очень аккуратно. Я туда не пойду. И куда бы овечка не пошла. Волк всюду. Я слишком точно верю. Кот! А они все, блядь, реколятся! Придурки, сука, тупорылые, блядь, ну видно, что убедите вы все вместе, ну что такое, а? Все узнают о нас в свое время. Убрал вард с Мишора. Иду по их следу. Там Ката бежит. Не меня обходит. На тебя идет Линжар. Блять, вот ни одного крипа. Тебе, сука, не дали. Мне 50 монет надо. Ёбаный джин. Фидл сейчас ультует, небось. Все, нахер. Красный, я спиздила. Я накопил. Ты у нас молодец. На меня ждите. С нами мало кто сравнится, милый волк. Главное на шове вард держать. Он там сейчас кончится, кстати. Красота увядает. На моих когтях осталась их кровь. У меня нету барда. Сука, откуда ты пришел, блядь, мудень? Че там опять? Кто умер? Я умер. Вот, убил. Я на вас смотрел, он заразу пришел. Стоп. Ну что-то они самые страшные на миду. Вообще наглое. Край наглое. Ну знаешь, что они уйдет. Она... А я не убила, не будь у меня экзоста, я был. Ну да. Пойдем на кота, не пойдем? Я не пойду, я только утонуть могу. Идем. Так много способов умереть. Псих. Уничтожные и великие. Фидал. Блять, ебучая. Ну, ну это Катерина, Катерина. Кот, кот, ребята. Убили. Я чувствую их страх.
Скорее нас встретить. Там верхняя башня, башня будет. Сейчас где-то бегает здесь. Не бойся, если жизнь угаснет в тебе. Мы не сны. Но на шоре варда нет. Я боюсь туда идти. Один. Я тоже туда могу пойти. Сейчас волчонка заберу. Так, есть там бар. Да что ты на него распространяешься? Нахуй ты сходит. Когда ты чувствуешь голод? А, Соня, Соня, бегу. Я хотя бы ворота тебе поставить смогу. Себя спасибо. Блять, вижу мы на шоре. Но не обещание. Наша ты побежал. Кот! У меня нет экзоста еще 30 секунд. Он на тебя может, Макс, бежит вообще. Не, ульта кончилась, все. Он проебал. Она не на меня. Шоу. Я за тебя болел. Шелест перьев. Как он так быстро прибежал? Так он быстро бегает под ультом. Я за тебя болел. У них вижен на шоре. На шору. Я сейчас иду туда. А зачем ты красный пикнула? Стыкнул, я думаю, его кто-нибудь брать будет. Вон, видишь? Ой, Сонь, беги оттуда. Я им всем крестики поснимал. Вар. Погоня закончена. Будут и другие мины. Ой! Пиздец, каток этот. Блять, тут этот где-то. О, мочите, мочите, всех мочите. Только Ашу. Ну, Ашу. Соня, молодец. Отлично, Нашора, Нашора! Я его не затанкую с таким хп, скорее всего. Надо бежать, брать все равно. Ваша башня уничтожена. Пусть не запушим, то хотя бы Нашора убьем, я тоже еду. Я не с Адефа. А ты что, не с ними? Нет. Ты смайт как бы? Меня убили. Ты как бы смайт, беги к нам. Нас не заберут. Страх придает охоте. Ты смайт. Если их смайт придет, мы не заберем на шора даже толпой. Я думаю, не о, заебись. Интересно, какой они меня видят? Шесть.
Почему мертв тот, кто никогда не жил? Жду не дождусь, когда они побегут. У тебя этот обходит, обходит этот. Кот около меня где-то. Он утонул. А чё? Карту с экзостом жить. Теперь надо пушить. Все на мид. Те, кто бегут от смерти, бездействовали в жизни. Там наша побежала. Бежит. Кто-нибудь есть телепорт, если что? Да. На боту летишь, если что, а мы там можем пойдем. Мы им сейчас весь мид разъебашим. Там Катерина сбоку. Ну что, у нас пятеро, она одна. Она не убьет. Так она не убьет нас. Пошли сразу инкубитор захерачим. Конечно, я говорю, мы сейчас весь лайн разнесем. Все потому, что кот накосячил и пидал следом за ним. Все, уходим. Все равно не готовы. Ну сейчас все хорошо получилось. Слаженно, аккуратно, ну так все. Чух-чух. Этот ультанул в ход. Сейчас я это, ультую сам. А, мы все убежали уже оттуда. У меня 852 АП. Вот они, вот они. Блядь. Эти что-то вообще как-то пассивно, блядь. Да. Надо было бить тогда, а не убегать. Я бы что-нибудь плюху какую-нибудь кинули туда. Лови ее, если сможешь. Бля, со своим салом, сука, во, ништяк. Рыба меня вытащила. С гвардами. Я бы тоже себе гварды купил, если бы они АД не давали. Жоню. Сначала войс. У меня 720 АП. Под всеми усилениями, под адаптивным уроном. Я сейчас еще войд куплю, и представляешь, какой будет удар с ульты. У меня экзост 10 секунд. Я иду к тебе, Миш. Ваша не, я не останусь здесь, я вышку сломал, все, ухожу. Там пара плюх оставалось. Иду, кот. Я здесь. Кто не спрячется. Сонь, ко мне будет. Он меня спрятался. Он это... Иду, иду. Бьем, бьем. Застань, можешь? Фидла, стукните. Фидла, фидла. Чем-нибудь стукните. Вот он. Вот. Просто у него крестик. Я бы ульту в крестик спустил, если бы это. У меня ульта есть, можем атаковать. Блять, сука, вот мразь, а. Все равно мы ее забрали. Мне мобики бьют больно, сука. Эх. Ну, не надо было, я бы добила. Нормально.
Эти что там вдвоем, блядь, делают? Вообще какие-то, я не знаю, не при делах. Пусть пушат. Не, не пусть пушат, все, пусть пушат. Это нормально они все делают. Конечно, мы победили в драке без них, а зато сейчас смотри, какой пуш, мы сейчас еще и выиграем. Честно говоря, я уже не думал, что мы выиграем. Сейчас Соня вышла. А если вы вот этого заберете дурака, мне засчитают? Нет. Нет. Блин. Ты сам должен. 23 секунды, я не успею. Там их это... Не два крестика. Меня напрягает, что у них два крестика. Дракона идите, убейте. А, кто? Идите. Кто? Я Джинс. Бегу сейчас туда. Миша. Я имею в виду, что Джин с нами нас не слышит. Я бегу. И куда бы овечка не пошла? Волк всюду следовал за ней. Так много способов умереть. Еще ульта была, вот я фух. А я, блядь, на чат отвлекся. Ну, дракона мы забрали. Да. Да. Да, наш. Теперь можно вот этого дурака забрать, верхнего. О, второй раз на шор появился, может квест за раз возьмем. Вы завардите, если здесь где-нибудь. Сейчас я А я с этими, как его, с этой приду, уберусь, я эти как-нибудь. А я мертв, пока, подожди. Да я тоже мертв, у меня 20 секунд. У них вот у здесь моих крестики. Поставили. Здесь. У них у двоих крестики. О, я пойду синьку заберу. 10% КД мне пригодится. Там Синжуани наверху. Переплетение нитей судьбы. На охоте слова не нужны. Вы там можете на ней развестись и умереть. Вы пока ее будете бить, они там толпой придут. Все. Точно, не ставите за ней, не надо. Блять, ты не успел ультануть, сука. Ну, хоть так. Я вообще надеялся Ката убить. А, нет, убьют. Тарина тоже КП там нет, просто так пойти. Добьешь ее, Миш? Чем-нибудь пульни туда дойти. Ну! Это тупой. Хорошо, я поискал. Да, он тупой там. Забрали они, да? Да. Да, я всех перебил. Даже мертвый. Ну пушки куда побежали, блять? Тише. Мы блять, тупые я, пиздец, мы я с них херею вообще. Я чую добычу. Отрочила. Блять, я не успею, наверное. Сделали есть? Сколько там? Нашел 6 минут, воскресает. Да, убейте танка, вообще без танка. Хорошо, мы не бьем. Я бот защищу. Тише. Ну пошли, заберем, блин. Не, вы идите на ингит, наверное, правильно? У них сейчас сиджи нет. Правда, меня нет, слышите? Но у меня ульт есть, я поддержу.
Давай. Это другой хрен. Ну где вы? Кто? Их кот, блядь, распотрошил. Блядь, почти все. Макс, ты не видел? Кого? Так я дабл килл сделал. Ну, кот их чуть не сожрал всех, блядь. Убил. Если бы Миша не утонул, то он бы сожрал и нами. Блядь. Ты лучше беги от меня. Да, я возможно тебя и сюда вообще никакие. Я не убью уже. Я... А тут ты, есть ты как себе представляешь убежать от Эш? Да подожди, тут есть какие-нибудь банки, короче, которые этот дамаг увеличивают, как в смайте? Да. Где? Вот. Расходуемые? Расходуемых товаров, Макс. Эликсир гнева, да, вот этот? Он же, да? Они разные, смотря какой тебе нужен. 30. Увеличить запас здоровья. Эликсир гнева. Ты же сам... Не нажимай, это странный страх. Я жену пытался нажать. Так, я вроде его взял, да? А, нет. Я пытался Жоню нажать, а сраный страх не заканчивается. День надежда, но не обещание. Будем что-нибудь делать, не будем? Будем? Пойдем фигу. Привет. 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 А мы тут мажоров убиваем по квесту. Я... Ёбаное сало. Вам долго еще? А тут не неизвестно, у нас уже 45 минут у игры. Мы тут все на квад. Вот. Ты видела, как я картусом играю? Не смотрела? Нет, я только зашла. Тут не смысл в скиллухе, короче, а смысл в том, что я его собрал через этот лесной талант. У меня 910 АП, да, и будет там. И я ультом убиваю Сатарину. Одним ультом, короче. Ну, просто ржачно. Котяра, рядом держитесь все. Чтоб он на вас успел на всех попрыгать. Так он выпрыгнет и умрет. Я дам экзост сразу же, как только он появится, я дам ему экзост. Он где-то здесь вот в кустах сидит. Вы втроем играете? Да, втроем. У нас просто тоже трое. Ну, сейчас что-нибудь придумаем, я, наверное, пойду с собакой погулять, вы как раз втроем сыграете. Да и сыграйте, я тоже, наверное, отойду. Я вот не пойму, банда берется или не берется, вроде делать. Миша, ты меня слышишь? Там этот кот сверху. Надо убить кота. Пошли, убьем. Вы справитесь там без нас? Те, кто нас боятся, я думаю, что справятся. Дают. Ты смотри, я его боюсь. Нет, он ушел куда-то. С котом-то, конечно, справимся, с одним. Что он, похоже, ушел. Да, наверное. Тогда, Макс, надо к ним идти. Отпушивай скорее и пошли. Блядь, этот сверлун. Вон он, кот, у красного. Все замирают. В нашей тени. Они куда все ушли? Не видать вообще, я никого не вижу. Ой, ой-ой-ой. Конец серии убийств. По-настоящему мертв тот, кто никогда не жил. Блядский фидл! Добейте! Со своим страхом самым. Ну ты же ее не убьешь, скорее всего. Скорее всего, да. Что, не дождусь, я пытался побегу. Ну, если убежишь, молодец будет. Они бегут от нас, чтобы скорее нас встретить. Нет, ты убежишь.
Блять, кот. Но он тоже сдох. Сратая Эш, блять, только она мне мешает. Остальные меня вообще не могут ничего не сделать. Надо на Шора. Он появляется сейчас. Дракона можно еще забрать. Нет, надо на Шора. Дракон тоже полезный, но квест у нас на Шора. Появился. Я знаю. Там Ката бежит. Ката, этого дракона в соло не убить. Ну, по крайней мере, не такими героями, как Катарина. Этого бы забрать, чтобы у них без танка было. У Каты, блядь, стабилисты до хера, кстати. По ней так мало проходит. А, так у нее Малмортиус физический, короче. Она еще и гварды сейчас покупает, похоже. Там Ката, ну, это, растанковывается. Те, кто бегут от смерти, бездействовали в жизни. Скорее, овечка, скорее. А что, дракона убили? Он там бегает. Пойдем этого заберем, нашел. Пошли вдвоем, быстро. Бегу. Когда ты чувствуешь голод? Миш, я сейчас тону, стой. Я аж беру тону. ТП-кается кто-то. Майки! Нет, сейчас это убьем. Я не убью, на маме. Бегай, 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 Миш! На базу быстро, ребята. Лечу, лечу, лечу. Хотя они попали. Нет, не попали, не ушли. Ваш ингибитор уничтожен. Ваша башня уничтожена. Ладно, ребят, мы туда сами сыграем пока. Да, давайте, тут вообще неизвестно. Ну, по крайней мере, квест мы сделали. Сверху идут. А ты-то живой? Что, я? 30 секунд еще. Блять! Самый кот, ненавижу этого кота! Бил тебя, что ли? Ну конечно, что ему удар мне нанести? Бедная Соня, она... Отдыхать. Ой, этот прыгает, прыгает. Убьёте, нормально всё. Там Аша снизу, Аша. Да, на боте. Не бегайте за ними. Она сейчас нам пропушит в это время, аккуратно. Волк преследует тех, кто не хочет уйти наверх, добровольно. Чё, Джин, куда? Джин. Противник... Долго шел. Я уже испугался. Она так-то больно в ёбать даёт. Катерина. Она знает. Поэтому она забайтилась. Кот, кот на ингибе. Кот на ингибе. Ката еще идет. Ой, они все отдались. Отлично, теперь надо бежать, прям по низу бежать. Что за звук они издают? Шелест перьев падает на свежий снег. Как его там? Да хрен с ним, пошли, мы и без него справимся. Не, я говорю, чтобы он отдефал. Мелькнул на 10 секунд. Все узнают о нас в свое время. Кто там? Ну, это бегает. Фидл, фидл. Ультует.
Ну зачем ты? Ну я бы не ушел. Все, мы выиграли. Самое главное, что оба на шкора за игру. Так, я перекурю, наверное. Да уж. Соня, сколько урона, интересно, впитала. А, я думал, Джин больше меня надамажил. Не, ни хера, у меня 1000 урона. Прикинь. О. Я надамажила. Видишь, что пишет. Я надамажила почти как кот. И больше, чем Ката. А Ката, видишь, она в дефе была. Видала, я вам целиком Ашу убивал. Ее надо было один раз ударить, короче, чтоб... и я ульту, и она дохнет.